Меня зовут Алина, я живу в Испании. У меня много-много лет были проблемы в шейном позвонке, они у меня хрустели. И со вчерашнего дня, после сессии излечения с Татьяной Котовой, она у меня не хрустит вообще. Ну, для меня это огромное чудо. Плюс в позвоночнике, когда я лежу на спине, сейчас на ровной поверхности, у меня, как сказала девушка, я чувствую как бы более ровно, у меня не болит. Плюс у меня раскрывается дополнительно еще больше, прямо мощное чувство со вчерашнего дня и сегодня, чакра Вишудха. Прямо мощное. Благодарю! Меня зовут Аварьяр, в Ближнем Подмосковье. Вчера я не обращалась, ничего, но, короче говоря, я заметила, что у меня улучшилось зрение. Хотя я не обращалась, я видела, как вы лечили других. Понимаете? Но я не скажу, что прям сильно. Но мне очень сложно было читать без очков. А сейчас на святое спокойно читаю. Без очков. И еще, для меня важная информация, еще какая. На прошлом семинаре в апреле, и у меня вообще единственное, наверное, такое чудо. Помните, вы мне плюнули на руку? И этот, у меня была экзема, которую год я не могла вылечить. Это экзема. Я лекарство принимала, она пропадала, а потом она снова появлялась. Поверьте, это какая-то дорогая конкретная слюна, которая мне так... Которая мне одним махом... И еще важная информация. Вот на себе испытала. Она прошла, да, стала покрываться корочкой. После семинара, через неделю, у нас была встреча единомышленников, помните? Вот. И у меня конкретно стала отпадать вот эта корочка. Вот все. Но, когда я дома была, ну что, семинар закончился, расслабилась. И стала замечать, что я боюсь смотреть на руку. А вдруг появилась? А вдруг она появилась? И представляете, она появилась, потому что я эту веру, которая у меня была стопроцентная, я ее потерял. И появилась эта экзема. Но потом, что я сделала, долго не думая, быстренько начала включать медитации ваши. И руку туда, свою вот эту проблемную. Честное слово, чисто, идеально чисто, вообще ничего нет. И представляете, и мы тоже так можем делать, как Михаил. Вот это разве не чудо? Здравствуйте, меня зовут Сона, я из Армении, из Еревана. И хочу поделиться чудом, которое произошло вчера со мной. Мои руки и ноги немножко были в линии неровные, и куратор работал со мной, и они выпрямились. Прям я увидела, как моя рука выдвигается вперед. Это нереальное чудо для меня. Вера еще больше росла. Я благодарю Творца, благодарю Михаила, всех кураторов. И еще хочу сказать, что вчера в этом сильном потоке у меня началось очищение. Мне было очень плохо. Кураторы помогли, очистили. И сегодня я чувствую себя превосходно, легко, чудесно. Спасибо. Всем привет, меня зовут Лариса, мы приехали из Германии. Я хотела поблагодарить Михаила вообще за все эти чудеса, которые происходят в моей жизни. Не говоря все сознание, понимание, приход к Богу, я нашла в школе Михаила мое близнецовое пламя, мою сестреночку. Благодарю, Михаил, за это огромное спасибо. Меня чистит капитально. Чистка происходит со вчерашнего дня. Я ожидала более какие-то позитивные чудеса, в смысле, что будет весело, будет хорошо. Не рассчитывала, но меня чистит это что-то. Ребята, у меня вчера была сильная острая боль в спине, в пояснице и до самого копчика. Благодаря Владимиру он меня убрал эту боль. И благодаря нашим любимым девочкам, нашим кураторам, я их всех обожаю, я их всех так люблю, благодарю от всего сердца Михаилу за то, что он воспитал таких девочек и мальчиков-кураторов. А нашим, особенно Анечке, Надежде, это они не отходят от нас, они заботятся о нас.
это что-то. Они нас очистили, убрали все наши духовные болячки. Огромная благодарность. Это не описать никакими чувствами, не поблагодарить никакими подарками. Это наш учитель от Бога. Благодарю. Спасибо. Благодарим. Я немножко волнуюсь, но не могу не сказать, потому что вчера, благодаря прозорливому взгляду наших кураторов, у меня произошла мощная очистка. Я очень благодарю кураторов Анну Надежду, моих сокурсников, которые помогали Алису, Марину, поддерживали меня. Очень благодарна Владимиру. Я не ожидала, что такое будет, но это было круто. Меня трясло еще долго, ночью, с утра еле встала, но сейчас это круто. Еще после пропитки, вы знаете, я благодарю Михаила за его школу, за его любовь, безусловно, к нам, ко всем, за любовь Бога, любовь Творца, за ангелов, которые всегда рядом с нами. Я благодарю. Меня зовут Вячеслав, я с Воронежа. Вот, что, я хочу, во-первых, огромное спасибо сказать всем профессорско-преподавательскому коллективу, нашего наставника. Огромное спасибо. Они очень ласково и нежно к нам относились, всегда поправляли. Вот еще вчера мне Андрей Чевол делал с рукой. Рука у меня не вправляется сильно. 20% стало уже ровнее. Потому что она вот так была согнута, а потом стала хорошо. Он мне показал, так сделай. Я ему очень благодарен тебе, Андрюша. И Котова тоже молодец, умница, она мне все подсказала. Спасибо. Она вообще. И вообще Котова. Я вас всех люблю и обожаю. Гузель из Казани. Я в конце апреля узнала про моей подруги Анжелики, узнала про школу и про Агееву, начала слушать активно медитации и вебинары, вот, делиться со всеми вебинарами. И мое состояние уже с мая, оно прям совершенно другое стало. То есть такое спокойствие я никогда в жизни не чувствовала. Вот. Благодарю. И самое главное, что я начала. Обращаться к Богу и по-другому чувствовать божественную жизнь. Слава Богу. Класс. Это хорошо. Я не ученик школы. Только что перед обедом Михаил мне провел восстановление зрения. У меня 5%. Я вот эту картину вообще смутно видел. Вот. Потом после Михаила перешел к Людмиле, а потом к Сергею. Значит, в конце я прочувствовал такой поток через себя. Я еще раз повторяю, я не учился в школе, но я прочувствовал этот поток. И я прочувствовал начало таких изменений, что я уверен, что они закончатся полным восстановлением зрения. И я хочу поблагодарить нашего Творца Михаила и выпускника вашего потока Сергея за это, что вы сделали. Благодарю. Ну а ты так почувствовал, что-то в глазах происходит? Я почувствовал, что взгляд мой стал более ясным. И мне говорят окружающие, что и глаза у меня стали яснее. Это уже самое главное. И ты симпатичнее стал, брат. Спасибо.